А теперь о неприятном. Все чаще пользователи социальных сетей стали выкладывать подобные видео. На этот раз видео обращение от жителей Борисовки 8. Цитируем. «Жуть творится с середины февраля. Огромное крысиное семейство захватило территорию с мусорными контейнерами и свободно бегает по округе вдоль подъездов». Жители пишут, что неоднократно обращались в управляющую компанию и к региональному оператору. Никаких действий не последовало. А какова ситуация на других городских территориях? Этот вопрос мы задали сегодня жителям города. Раньше было много, сейчас нет. Не встречайте, слава богу. Нет, у нас в Леонидовке полно. Полно в Леонидовке? Полно, да. Где мусоросборники вот эти стоят, и они как себе домой. Травят, приезжают, от бензинстанции их травят, а так куда их? Да, где помойки, они по-любому бегают. Никуда не денешься. Мусоропроводы, помойки, они бегают. Да. Это надо отслеживать уже домоуправление этим занимается. Не мы же будем их. Правильно. Ну, нас занимается, потому что были выводки, а теперь как-то их мало стало. Но появляются все равно, два раза бегают. Есть в подвале. У нас недавно на улице Стережковой травили крыс, мышей, подвал обрабатывали, плюс блохи, клопы. Это домоуправление. По заявке вот подвалы конкретно от крыс и мышей у нас обработали. Я не вижу, но у меня квартира на первом этаже, были мышки. Я купила мышеловки, такие клеевые, пару штук даже попались. У меня крыс нет, у меня частный дом, я справляюсь сам, как говорится, с мышами, с крысами, с муравьями. А то, что в это пятиэтажных домах, я уже там не живу уже 4-й год. В доме нет, потому что у нас дом новый, и там изначально даже не было в проекте мусоропровода. То есть место под него есть, но как бы мусоропровода самого как такового даже не смонтировано. Поэтому в доме все отлично. Вот в старом доме, где мы раньше были, сталкивались с такой ситуацией, да. Вызывали станцию. Ну, это же на время помогает. Это же все зависит от жителей, как бы. Кто-то мимо бросит, кто-то не завяжет пакеты и так далее. Лучше, мне кажется, на улицу выносить, и проблем меньше. Но около баков тоже бегают. Тут нужно следить за тем, чтобы регулярно просто вывозили мусор. Не выкидывать мусор, где попало. Вот, то есть, чтобы они так не заводились там. Потому что возле мусорок, ну, там куча норок, и оттуда часть крыс.